встретили друзей, знакомых. Ну, у них в центре апартаменты свои. Говорят, что все, сегодня последний гость, и 31-го вышли, больше никого не будут брать. Ну, в смысле, не было резервации, так что они как бы уже закрывают. И, в общем-то, так резко изменилась погода. Сейчас реально холодно, блин, холодно. И... А мы планировали сегодня купаться. Ну, было солнце, вчера жарко, я... Аниточка, будем ставить видео, буду ставить видео с вчерашнего дня, там будет вообще огромная разница. Я обычно под роликами ставлю, какого числа я снимала. И я не ожидала, что сегодня прям такая, ну, на штормовое. Кстати, у меня в комментарии спрашивал один мужчина, почему сирены сильно трубили в Цирквенице. Я позже видела весть. Это было в поддержку пожарным, которые погибли у нас на острове Корнет. И тогда выжил, стал инвалидом всего один из них. Молодые и старые погибли ни за что. Обороняли фактически пустую голую землю. Ужасная история. Можете почитать об этом. Наверняка есть в интернете информации больше, или я могу вам рассказать подробнее. Да, прям настолько, знаете что, вот с 3 часов приближалась, но уходила в сторону Истры, и теперь как-то развернулась в нашу сторону. Говорят, что наверху к лесу, и в Цирквенице дождь падал, шел. У нас же, вот мы когда шли с сельца Цирквеница, было, в общем-то, нормально, 3 капли и все. Да. Ведь ни лодок нет, ни кораблей. Ну, значит, вперед уже было предупреждение, просто я не смотрела прогноз. И мы подружку встретили, пошли, сели мороженое, поели в центре. Не знаю, почему там сели, там дороже. Что-то с перепугу в это. Кто-то мусор кинул, тут оставил. Детские прибамбасы. Да, изменения, конечно, конкретные. Обидно, потому что вот хотели последнюю недельку как-то до школы еще. Хотя не факт, возможно, будет резкое потепление, возможно, и не будет. Блин, так ждали как раз вот эту неделю. Люди все разбежались, в сельцах был полный пляж. Удивительно, до сих пор они работают типа с паузой в середине дня. Я не понимаю этого прикола, потому что, в общем-то, зачем пауза, если люди сейчас разбегутся, и кому ты будешь в 6 часов открывать? Здесь должна была быть ярмарка, ее, возможно, прикроют именно из-за шторма. Дождь не так страшен, если мелкий, но... Нифига себе. А вот шторм – это уже плохая история. В общем, да, мы сели, поели. И вот буквально за сколько? За 10-15 минут что-то тут нагнало такое жуткое. Ну, так, поряд классно.